Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки интересной приманочке. Это мандула от фирмы Lex Paralonium. Моделька называется Mini Fry 50. Расцветка в данном случае желто-фиолетовая. Поставляется приманочка на такой вот упаковке. Длина приманки составляет 50 мм. Крючок также от данной компании тройной здесь установлен, от Lex Premium. Сама приманочка у нас выглядит таким вот образом. Мандула — это, ну, условно назову, составная такая по типу поролоновой рыбки, только здесь поролон не мягкий, а более плотно используется. Ближе что-то к пенопласту, но более такой мягенький. Идет одна секция, на которой расположена, ну, условно назову, имитация головной части, выполнена в виде цилиндрика, изготовленная из плотного такого, ну, то ли поролон, то ли пенопласт. Наклеены с двух сторон 3D глаза. Далее идет подобие тела, состоящее из двух частей, тоже цилиндрических, с небольшими скосами, фиолетово-желтый, соответственно. Далее на данном сегменте уже закреплен тройной крючок. Данное соединение имеет такую вот шарнирность. И на крючке также два цилиндрика, фиолетовый и желтый. И сам тройной крючок, соответственно. Тройной крючок здесь мощный, из толстой проволоки, довольно-таки остренький. Также на крючке установлена такая вот опушечка. В чем, скажем так, интерес данной, поролоновой, ну, можно так сказать, приманочки? В том, что, во-первых, она плавающая. Во-вторых, нужно дооснастить единственное чебурашечкой, ну, либо грузик-проходимец и так далее. Суть в том, что данная приманка работает только на придонных видах проводки. Это, как правило, джиговая проводочка. То есть, совершая ступенчатую проводку, когда у нас приманка опускается на дно, соответственно, грузик у нас в головной части расположен, приманка падает на дно, грузик, соответственно, и за счет положительной плавучести приманка у нас поднимается вертикально от дна. Это отлично сказывается на, во-первых, результативности поклевки, во-вторых, дополнительно провоцирует хищника на атаку, когда приманка у нас расположена над дном, а не лежит просто у нас на дне. То есть приманочка довольно интересная, опять же, направленность джиговая, на равномерной проводке это работать не будет ничего. Такую приманочку можно приобрести, пройдя по ссылочке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.